нашу Любочку поздравляем, желаем ей здоровья. Она очень у нас хорошая, танцует великолепная, прекрасная наша девочка. Любаша, она молодец, она на огородах успевает, она успеет на танцах побывать. Она вообще умница у нас, маленькая такая, но она шустренькая, замечательный человек. Мы ее очень любим. Лапочка, Любочка, здоровья, удачи и долгих лет жизни. Береги себя и радуй нас. Самое главное, Любочка, все будет хорошо. Я как организатор этих танцев, знаю, когда ты пришла, и ты так появилась, у тебя была такая изюминка, поднимайте вот эту юбочку. Да. Это ну не это красиво. Бы, нет, слушай, моя дорогая, это твое коронное выступление. И всем, кому-то не нравится, кому-то нравится, у нас у каждого какие-то движения не нравятся, какие-то нравятся. А я хочу тебе сказать, будь такой, как ты есть. Замечательной, позитивной, доброй и, главное, сама собой. Любочка, ни на что? Валя, несмотря ни на что, ты должна танцевать, как тебе душа хочет. Понимаешь? Вот тогда ты получишь настроение, получишь удовольствие. Приедешь домой, и ты вся в танце. И твоя дочь сегодня тут, она тебя тоже поздравляет. Здоровья тебе, любви, счастья и танцуй. Вероника, говори мамочке. Я хочу вам привітати свою 70-річчя, побажати їй здоров'я кріпкого, щоб настав мир для всіх, для вас. Да. Дякую вам за те, що ви маму мою підтримуєте, приймаєте. Велика вам дяка за це. Дякую вам за це. Да. І головне, щоб у нас був завжди мир, тому що коли... Нету настроения, нету и тут рывы, там прочее. И мы, конечно, танцуем, но настроения нету. Дай Бог, чтобы был мир. А мир настанет, и мы будем танцевать. И наша Любочка и будет наша всегда. Девочка, да. Девочка. Девочка наша. Наша девочка. Подяка, что улыбнись, улыбнись. Если бы не было этих танцев, мы, наверное, с ума взошли. Спасибо, Давид. Любочка, я знаю, что...